Друзья, я всех приветствую на новом видео по Counter-Strike. Карта Dust 2, да, сейчас официально будут ее многие где играть, потому что она вместо оверпасса. И теперь я покажу тебе именно на этой карте полезные гранаты. Поэтому присаживайся подобно, наливай чайку. И как всегда, все полезные ссылки будут закреплены в комментарии. Погнали смотреть. Ну что, друзья, залетаем мы на карту Dust 2. Всеми любимая карта, наконец-таки ее будут играть вместо оверпасса. Ну как, наконец-таки, я не знаю, может быть, вам и не нравится. Ну что, давайте разберем смоки. На Xbox. Вот сюда вот. Как вы думаете, какой правильный смок бросать? Нужно старицпы. Именно вот такой. Становимся сюда. Видим этот угол. И чуть-чуть повыше целимся вот по этой вот левой антенке. И просто джамп-троу нажимаем. У нас смок прилетает идеально. Оп, кладется. После чего раскрывается идеально. И мы не видим... Стоя на миду, ничего. Сами можете заметить. Это очень-очень круто. Поэтому, если вдруг что, смог, когда прилетает, когда вы стоите вот так вот, вот вы слышите, либо видите, да? Сейчас он развеется. А, где-то вот здесь вот, бац, вы видите, что пролетел смог. Раз, кинули молик туда, да? А, когда играете за КТ. И все, у вас ребята просто не смогут занимать по респу, потому что большинстве случаев не по низу там бегут, да, а именно вот здесь бегут. Смок лежит, и они уже спокойно берут и проходят. Да, не забывайте, что вот такая вот флешка есть, да, вот эта тема. Вот она взрывается, смотрите как. Видите, да? То есть, когда вы будете бежать вот так вот, вот здесь вот, да, там заниматься захотите, сейчас надо где-то вот здесь вот так вот бежать. Вот так вот, бац, у тебя флешка пролетает, то есть, ну... Либо ты, если даже вот тут стоишь, ты будешь отворачиваться. Либо вот так вот, да. Бац, и все. То есть, флешка имба. Так, первый запомнили, да, на X. Так, на X, ой, на X, короче, вы поняли, да, куда можно давать. Потом, вот такой вот еще и смог, байтерский, наверное. Становитесь сюда, в угол, да, вот сюда вот. И видите вот это вот пятнышко. И вот вниз целитесь по этой тени. Джамп-трон нажимаете. И смок у нас тоже самое на X пролетает. Бац. То же самое падает. Без проблем. Можете залететь, если что вдруг. На шорт, например, вам с Б-сайда могут как бы помочь, да? Так. Есть прикольный смок. А, смотрите. Тогда, когда вы играете, да... Вы можете такой смог дать на лонг. Используйте. Смотрите, сюда вот становитесь, вот в угол, да. Вот так вот, хоп. Сейчас покажу, что это значит. Раз флешку накидываю, вторую флешку накидываю. Тиммейты уже бегут у вас, да. И вот такой вот смог. Идите прям на выход. То есть вы не будете бояться, что там авик есть, да. И тогда, когда стоит здесь авик, да, то же самое будет занимать там, примерно, смог, да, заходить. Бац, флешка пролетела, да. То есть, видите, флешка, да, пролетает. То есть, это надо занятие ланга, и надо еще ближайшую, ближнюю дать, чтобы поближе как бы было. Потому что, не дай бог, как бы, пройти такие дальние флешки, и они как бы, ну, не ослепят. Сейчас покажу еще два полезных, крутых смока. А когда вы играете лонг, например, вы уже вышли с тиммейтами сюда на лонг, вы уже прочекали, да, ту же самую рекламу. Вот так становитесь, целите сюда, джамп-трон нажимаете, да. Молотов у вас прилетает прямо на рекламу, да, на тачку. Выжигает, кто там сидит. Вы уже прочекали таким молотом, не забывайте, вот сюда запрыгивайте и уцелите вот сюда вот на верхнюю такую будку, да. Вы уже заняли, там прочекали пит какими-то способами тоже, флешка, не флешка, да. Смок, становитесь сюда, просите у тиммейта еще один смок, целитесь, видите, вот этот рекламный баннер. Вот сюда вот повыше по выступу. Первый смок бросаете, да, и чуть повыше второй смок бросаете. Смоки у нас идеально кладутся на просвет и на сайт, и без проблем вы сможете зайти лонг, да. Конечно, вы можете использовать вот этот смок, да, который пролетает. Ну, тот же самый смок, который пролетит на сайт, да, вы можете тоже в одиночку взять, вкинуть, например, сказать, что я в сайт дам смок, бах. Там в просвет у вас смок есть, да? То есть лежит, тут лежит. И все, и без проблем просто по низу берете, залетаете. Никого не боясь. Тут уже спокойно берете и распикиваете, как вам надо. Вот. Ну и под флешку, да, тоже можно зайти, залететь. И вдруг что? Который прям здесь взрывается, да? Вот от этого вот. Вот так, если человек будет стоять, да? Флешка у тебя пролетает.
То есть вот так вот головы то же самое. Эта флешка помогает. Поэтому, ну, не забывайте как бы ее юзать тоже. А, также правильный смок на шорт. Так вот становите, да, правой кнопкой. То есть левой и правой кнопкой зажимаете. Бросаете. Смок у нас именно вот так вот развеивается жестко, да. И без проблем вы сможете либо здесь бустануться, под него сыграть. То есть вот так вот, смотрите, у вас будет буст, да, под него сыграть. Вы видите, как полностью он закрывает смог здесь и там, да. То есть вы можете в тупую встать, если что, вдруг по радару посмотреть, подождать, когда он развеется, да, и врасплох уже попринимать и отойти, если что, друг. Можете и так сделать. Как бы я частенько так лично играю. Так, вот такие гранатки я вам показал. Давайте сейчас залетим на один классный проект, на котором я играю. Я апгрейджу потом, скины ввожу, и там стикеры покупаю, да, и коплю их там в своих же потом кейсах и так далее. Потом стикеры, кейсы покупаю и так далее. Коплю вот этих вот капсул, хранилище точнее. Так, залетели на МКС Go на балансе 5000. Сейчас попытаемся что-то выиграть и залутать здесь. Это мой один из любимых проектов вообще. Смотрите, промокод. Нажимаем сюда, да. После чего выбираем, через что нам можно пополнить, да. И вот здесь промокод пишите большими буквами DNARS. После чего получаете 30% плюс бонус плюс 3%, потому что тензором, да. То есть, видите, вы можете еще, если крипто будете пополнять, получать сверху. Это очень круто, прям на пятак закидывайте, получаете 6650, 1000 плюс 330 рублей на халяву. Прям на 10 тысяч получаете 3300 на халяву. Это очень круто, поэтому юзай промокод DNARS. Смотрите, здесь есть, кстати, розыгрыш. Можете залететь, поучаствовать в розыгрыше 7 чудес света, висячие сады называется, да. И сейчас прогрузится, я вам покажу, какие здесь скинчанские есть, какие можно выиграть. Смотрите, здесь есть 8 ножей и 12 пар перчаток. То есть всего 20 призов, 46 дней всего лишь осталось. Просто выполняйте вот эти задания, получайте очки и все, участвуйте. И также, кстати, офигенная тема, раздача скинов также здесь проходит постоянно. Когда пополняете баланс, получаете тикеты, после чего участвуете в активных раздачах. Вот победитель мифических раздач, легендарных. Все в зависимости от редкости предмета. Поэтому еще вдруг участвуйте. Так, на балике пятак. Что нам сделать то, чтобы выбить какой-то скинчатский? Так, погнали, попробуем вот этот кейс. Три раза крутанем. Не знаю, он мне очень заходит. Здесь есть и перчатки, и ножики, и топовые скины. Не знаю, как будто здесь что-то может хорошо сейчас дать. Ну, в принципе, он... Как бы, я так думаю, что он может хорошо дать. Давай попробуем, может быть, и не даст. Так, на какую сумму? 2200, да? В x2 меньше. Давай два раза быстро крутанем. Скоростной зверь, какая сумма? О, 5160, отлично. Продаем. О, на 4 раза остается открывать. Давай откроем, 4 раза. На 6800. Ага, вот так вот, вот. То есть мы уже с вами косарь 800 в плюсе, да? Так, продаем на балике 7300. Так, а давай еще разочек крутанем, подождите. Что-то он очень хорошо дает, про что я вам и говорил. Ой, ну здесь плохо дал. Ай-яй-яй-яй-яй. Только поднял, зачем я вот... Нельзя заигрываться. 2300, только на балике было семерок, сейчас уже 2300. Так, погнали, попробуем азима вытащить. 10 раз по 950. Два раза. О, калашик, отлично. Так, 4500. Давай еще разочек. Надо какой-нибудь авик, либо эмочку здесь вытащить, будет круто. Из азимова. Так, ну вот, смотрите, с первого раза калаш дал, да, и по 90. Это очень хорошо. Ну, сейчас надо вот калаш попробовать поймать. Точнее, не калаш, а авик, либо эмку. И все, и можно просто уходить. Вообще, может, даже отсюда, потому что мы уже в хорошем будем плюсе, в x2, так сказать. Ну, а поймается ли здесь? Ну, без понятия. P90 и 2 P250 осталось. Так, P90... О, 3 штуки за 2500, нормально. 6000 на балике. Ага, давай еще разочек. Ну, не, он хорошо дает, он просто почему-то... Ладно. Пойдем тогда в майнинг перчатки 10 раз. Вот эти перчатки, две пары, вот эти очень часто дропаются. Могут с первого раза тоже дропнуться, но не в нашем варианте. Давай попробуем. Так, отлично. Как я вам и говорил, что эти перчатки дропаются 6700. Так, в плюс 1700 мы уже с вами есть. И погнали, попробуем какой-нибудь к ним ножик выбить тоже. Тоже здесь, вот северный лес. Да, недорогой, не вау, крутой, но
к ним очень хорошо, потом можно будет потрейдить, да, и что-то интересное вывести. Да, попробую ем. Самое главное, что он выпал, потому что плюс 1700. С перчаток мы с вами ушли. Так. Так, сколько мы? Два раза еще можем с вами открыть. Погнали. Ну, что-то не хочет. Ну, давай, найс. А, даже два. Ой, даже два ножа нам дало. Ага. За 19451. Так, держу в курсе. Ну что, друзья, вот такой вот у нас видос и открытие кейса с вами получилось на MyCSGO. И полезные гранаты на карте Dust я вам показал. Надеюсь, то, что вы будете играть эту теперь карту почаще, да, используя такие вот гранаты на своих любимых играх. Играйте на MyCSGO по промокоду DANCE, получая 30%. Также напоминаю тебе, как всегда, все ссылки будут в закрепленном комментарии. 20 тысяч рублей мы с вами вывели, сами вы это видели. Просто показал, какие кейсы открывать. Вы также можете повторить и выиграть вот такие скины. Ну что, до новых видео. Пока-пока.